установка SNPC на Epson Expression Home XP425. Возьмите SNPC, поставьте слева от МФУ и распрямите шлейф. Подключите устройство к электросети и включите его. После на панели управления появится сообщение о замене картриджей. Поднимите блок сканера и нажмите кнопку «Ок». Когда каретка выйдет в положение замены, отключите устройство от электросети, вытащив шнур питания. Установите блок картриджей в каретку. Опустите блок строго вертикально. Не наклоняйте его в стороны. Аккуратно нажмите на картриджи и защелкните каждый фиксатор. Убедитесь, что они хорошо зафиксированы. Прикрепите на корпус устройства удлиненную планку сверху наклонной части панели, отступив от края 3 см. Закрепите чернильный шлейф на планке. Передвиньте каретку в крайнее левое положение, а затем в крайнее правое. Следите за тем, чтобы шлейф не перекручивался и не мешал ходу каретки. При необходимости измените его длину. Закройте блок сканера. Извлеките маленькие заглушки на резервуаре SNPC. На их место установите воздушные фильтры. Сохраните заглушки на случай транспортировки устройства с установленной SNPC. Подключите устройство к электросети и включите его. При появлении сообщения о необходимости замены картриджей, нажмите кнопку «Ок», поднимите блок сканера. Когда каретка выйдет в положение замены, зажмите на 3-5 секунд кнопку обнуления чипов. Нажмите кнопку «Пуск» и закройте крышку сканера. Важно! Доноры SNPC должны стоять на одном уровне с устройством, не выше и не ниже. При изменении положения доноров переведите SNPC в транспортировочное положение. Приятной печати!